Здорово. Как у вас настроение, наверное, спрашивать нет смысла. Мы хотели просто сказать два слова. Просто, ну, обязаны сказать. Как вы знаете, да, последние новости. Мы очень сочувствуем, очень скорбим. Вот, желаем вам всем здоровья и благополучия. Спасибо.
тебе сейчас еще придет. Ой, такое. Сама да, в общем, давайте по-хорошему поговорим. Главное, сегодня отличная погода. По-моему, мы, кстати, пьем со вчерашнего дня, поэтому извините, если поэтому что-то так. Мы погоду не играем. Вот, но в любом случае, я думаю, что мы еще вернемся в Петербург и обязательно какую-то экскурсию сходим. Московский город. Мы его очень любим. Следующая песня называется «Август». Мы же его отрывали.